Всем привет, друзья! Орус, Россия на связи. Орус DDR5 5200. Именно так называется наша первая модель оперативной памяти пятого поколения. Как принято у нас в Орус, мы не разменивались на базовую производительность и общие рекомендации, а выжали из памяти все, что возможно, и применили все существующие технологии, о которых и хотим рассказать в этом видео. Наш модельный ряд насчитывает большое количество модулей памяти четвертого поколения. Если вы планируете приобрести наши материнские платы Z690 с поддержкой DDR4, то найти подходящие именно вам продукты не составит никакого труда. Ну а если вы еще не определились, то давайте поглядим, какие у пятого поколения преимущества над четвертым. Базовая тактовая частота памяти выросла почти в 3 раза. В четвертом поколении 4800 МГц позволяли добиться очень дорогостоящие модули для энтузиастов. А теперь высочайшая производительность доступна всем. Напряжение питания было понижено. Это означает, что системы на базе DDR5 станут энергоэффективнее и экономичнее. Микросхема управления питанием теперь находится в самом модуле памяти, а не на материнской плате. Это увеличивает общую стабильность работы памяти и увеличивает энергоэффективность. Количество на один модуль каналов увеличилось до 2. За счет этого и появилась возможность серьезно нарастить рабочие частоты. Интегрированная коррекция ошибок в модуль. Многим известная технология ECC, которая распространена в серверном сегменте, точнее сказать, была распространена, теперь данная технология доступна и в настольных компьютерах. Максимальный объем модуля отныне может составлять умопомрачительные 128 гигабайт, что в 4 раза больше, чем в четвертом поколении. Если ранее в настольных компьютерах вы могли увидеть максимальный объем памяти в 128 гигабайт, то теперь 512 гигабайт – это новая цель для Google Chrome. Окей, вроде бы на этом все. Теперь давайте посмотрим полные спецификации наших модулей Orus DDR5 5200 МГц 32 ГБ. Как мы упоминали ранее, мы не стали ограничиваться базовыми характеристиками, поэтому частота наших модулей составляет 5200 МГц, что на 400 МГц больше, чем базовые значения. То есть вы получаете разогнанную память уже на заводе. Именно поэтому изменился и дизайн. Модули серого фирменного цвета без RGB подсветки. Это обусловлено тем, что мы разработали совершенно новые трехслойные радиаторы. Для лучшего теплораспределения контактный слой – это медь. Затем алюминий, который покрыт нанокарбоновыми частицами. Последний слой увеличивает площадь рассеивания, и поэтому даже в условиях повышенной нагрузки реализованная схема позволяет поддерживать комфортный температурный режим, обеспечивая высокую производительность, стабильность и дает возможность ручного разгона. В каждом модуле используется 10-слойная печатная плата. Высокопроизводительные микросхемы установлены только с одной стороны. Там же находится и микросхема управления питанием PMI. Модули поддерживают новейшую технологию XMP 3.0. В каждом конкретном случае это позволяет выбрать оптимальный вариант из большого количества готовых профилей, протестированных в лаборатории Gigabyte, либо представленных производителями микросхем. Но самым главным нововведением является то, что вы теперь можете сохранять и загружать созданные вами профили на USB-флешку. А что еще невероятнее, загружать целых 2 пользовательских профиля прямо в модуле памяти. Уверен, что этого ждали очень многие. Модули памяти пятого поколения от Orus могут серьезно увеличить производительность ваших рабочих и игровых систем. Приобрести наши модули памяти в магазинах вашего города вы сможете после новогодних праздников. Это был Виталий из Orus. Увидимся в следующих видео.